Здравствуйте. Это вот первый из трех аренных уровней в Serious Sam 2. А если вы по какой-то причине интересуетесь местным сюжетом и вам нужен контекст, то нашего героя поймали в конце последнего уровня и заставили выступать в местном ТВ-шоу типа «Бегущего человека» или что-то подобное. Как-то вот так вот, да. А здесь нам нужно будет бежать вперед, пока не закончится таймер. Если таймер закончится, то мы умрем, поэтому нам нужно быть быстрыми. Это интересный контраст, в принципе, на геймплей Serious Sam, то что вас толкает вперед. Как бы это объяснить-то даже? Ну, обычно многие критикуют то, что там Serious Sam это, как правило, зажал кнопку назад и кнопку стрельбы, и как бы играешь, а вот здесь такое уже не прокатит. И это забавно. Мне нравится, когда игры из зоны комфорта вот так вот выдавливают. И, кстати, новый противник, эксклюзивный для этого уровня. Мы когда проходим чекпоинт, мы получаем еще немного времени, которое нам так важно. Так, здесь необходимо нажать кнопку, чтобы продолжить дальше. И идем вот к воротам. К следующему чекпоинту. О, да, кактусы большинство появляются, если их задеть взрывом или выстрелом. То есть, а так это просто кактусы. Но если их задеть, они возьмут ракетницу. Надеем то броские очки и начнут по нам стрелять. Без особой необходимости не то чтобы стоит их задевать, но они веселые. Это, кстати, изначально там стоит. Вот этого можно было и не триггерить, ну да ладно. Сама по себе дорожка представляет из себя небольшой лабиринт, в котором иногда можно чуть-чуть заблудиться. Но как бы особых проблем не возникает здесь. Мы наконец-то получаем миниган. Осталось его только взять. А. Клира уже перекрестным огнем убила, окей. Так, следующий чекпоинт. Вертолеты здесь докучают, конечно. Против них не забывай гранаты использовать. Помогает наносить много урона. Времени хватает, поэтому возьмем здоровье на всякий случай. Вообще здесь интересный антураж. Мне кажется, что изначально, может быть, планировались какие-то там пустынные уровни, но либо не планировались, и они сделали чисто это все для арены. Я не знаю, я не знаком с историей. Мне не то чтобы я сделал до этого, но тем не менее. Интересно, что вот такой антураж пустынный, с кактусами и всем прочим, есть только здесь. Ну и, да, уровень заканчивается на этом. Спасибо. Спасибо. Ой. Да, секретов здесь нет. По понятным причинам. Ну и вообще, на всех этих аренных уровнях нету секрета. Нету секретов. А не просто так чисто вот пробежать, выполнить механику, которую от нас требуют. В основном это пробежать по чекпоинтам. А второй уровень, этот аренный, который будет следующим, как раз таки он, мне кажется, самый интересный среди всех трех. Но у меня они не вызывают вопросов, они веселые и достаточно быстрые. То есть вот буквально вот 3-4 минуты на прохождение и все, пошел дальше одного уровня. И вносят некое разнообразие в геймплей. Под конец
Вообще, я всерьез создавал очень много попыток внести разнообразие именно в обычную стрельбу. Возможно, им казалось, что чисто стрельба какая-то вот в классических серьезах, это, ну, может отдавать однообразием, и я с этим даже частично могу согласиться. А здесь тут с этим все хорошо, тут вам и покатушки, и такие вот уровни, и различные механики, там, как на, это, на ледяных уровнях, которые, кстати, тоже подталкивали вперед и, ну, в некоторых ситуациях. Но здесь прямо вот нужно бежать, и это интересный контраст. Да ладно. Я долго думал, объединять ли их все три в одно видео, потому что они достаточно короткие, и в итоге подумал, что не надо. Пускай остается вот такой вот порядок стандартный. Но я их постараюсь выпускать буквально вот разом. Возможно, завтра я еще оба выпущу. Сегодня уже не до этого, потому что Серёжа сам в Сибири, да? Скоро выйдет, поэтому, да, будем стримить. Спасибо большое за просмотр и всего доброго.